галерее открылся ваш арт-объект под названием «Вечность». Вот что вы хотите сказать этим объектам, людям? Ну, я хочу сказать, что есть больше того, что мы просто видим в каждодневной жизни внутри каждого человека. Внутри каждого человека бесконечность. И как-то хотела сказать, что надо никогда не бояться двигаться вперед. И иногда, когда наступает темная полоса, это только для того, чтобы за ней пришел свет у каждого человека. И вот я много сил вложила в эту работу, но после того, как ее разрушила, оказалось, что дальше еще лучше. На семье философ и поэт был таким же, вот тоже он нес любовь и философию свою. Да, ну каждый человек такой по-своему, просто не все это знают, но, конечно, мне кажется, вот творчество – это то, что делает мир лучше. И я очень рада, что в России так это высоко ценят и чувствуют, и мне всегда это вот очень приятно и душевно. Здесь проводить мероприятия.